Так, ну, деревушка такая, живет своей жизнью. Сегодня вот суббота. О, красота какая, а. Ни одна, не из бедных живут, эта деревушка такая, не из бедных. Видно, нормально живут люди. Такая, более или менее, что такое? Вы кого ждете? Я вас не возьму, у меня люлька нет. Да, я надеюсь, что линза на камере не залеплена мошкарой, потому что что-то у меня такое, визир мой уже все, визор, он уже как ночной дозор, ой, уже рифмуем, издевательство. Короче, залепленный визорчик мой. Вот сейчас вот эта картина, у меня такое дежавю, вообще, аккуратней, пожалуйста. Аккуратней. Вот так. Аккуратней. Чувак едет тоже, кстати, перед мной на ситроенчике. Вообще не местный. И что-то он ищет, он что не ищет. А, это еще и женский пол. Иногда все решается само собой, когда видишь, кто сидит за рулем. Сейчас вот мы приедем, я все равно, я потом чуть-чуть камеру эту уберу. Если постоянно я буду с ней ездить, у меня просто отвалит за шею. Нифига себе, этот Мерседес, блин, ему сколько лет уже в обед. Вот это, это карусели, которые устраивает. Прикольная штучка. Но у него еще морда старая, еще актрас, это, наверное, еще даже не актрас. Или первый актрас, прям старый очень. Кирпичный. У них тоже там с аэродинамикой были проблемы. Ну, в смысле, не проблемы. В 80-х, 90-х годах начало там про аэродинамику думали только на Porsche. Или на какой-нибудь спортивном Мерсе, но никак не на грузовиках. Сюда. Резко сюда захотел. Точно сюда? Поедем по 252-й? Ну, давай. Четко. Ну, тут надо смотреть. Во. Я вообще стараюсь, чтобы более-менее было видно наперед. Мне надо всегда как-то план Б просчитать. Случаи бывают разные, то есть можно попасться прям вообще в секунду. Опасная штука, да? Сейчас тем более еще и выходной. Человек спереди едет, он не местный на Audi, он правильно делает, он не местный, не надо выделываться, зачем? Я как бы не тороплюсь. О, дым из зея, давай налево. Блин, за вами глаз да глаз нужен, товарищ. Вот, а, вот обычно мы приезжаем оттуда. Да, Хельдзин. Но мы сегодня не в необычной компашке. C1000SX. Такое бывает не каждый день. Я вообще не думал, что когда-то так будет. Ну, попробуем. Посмотрим, что с этого получится. Дорога пока шикарная. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сумка на месте, видите? При любой скорости она с нами. Так, что у нас там показывает? К сожалению, ну где-то кнопочка. Есть контакт. Пока еще вроде есть. Когда закончится, не вижу. Так, ну чё,
нормально будет. Уже, в принципе, пара минут записалось для контента. Ну, и надо будет там зарядочку поставить. Потому что я еще думал, еще путь домой тоже запишем. Там чуть-чуть, почему бы и нет. Надо будет ее все-таки отстегнуть на зарядочку. На зарядочку. Не, ну это, конечно, красота. Надеюсь, хоть половина этой красоты видно будет того дома позже на экране. Не торопись. Не торопись. У нас такая здесь живопись. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз. А, там спереди в этот едет. Автошкола. Нормально, все хорошо, не парься. Он человек, не переживай. Там он спереди едет мотоциклист будущий. И его же не учитель едет спереди на машине. А он едет на байке. Чувак, давай, молодец. Вот будущий наш коллега. Вот здесь, конечно, уже... Ой, поехали. Роликовых коньках, так вправо влево и тормозишь, и нормально, в принципе. Да, что-то у меня уже на уровне глаз начинают мошки преодолевать, и весь мой кругозор залепляют засранцы. Он еще и местный, он еще и поди русский. 3 восьмерки номер на машине. Русские любят в Германии вот цифры эти одинаковые ставить, как вот в России. Эти это заразили немцев, и начинают немцы тоже этим заниматься сейчас. Да, надо, конечно, уже, наверное, тормозить. Что-то мы прям так прям ух. Чуваки, блин, на Харли Дэвидсона. Едут себе там спокойно. Нет, урубятся. Но им повороты как бы не очень, им больше по прямой, потому что ты так сильно не заложишь машину на Харлее. Они для этого сделаны, они сделаны для езды по прямой. Марс, вот еще чуть-чуть, вот какая собачка красивая, стоит такой возле дороги. Скутерец. Приятная эта тема, конечно, когда вот эту мелкую щебенку сыпят, ладочки вот эти вот новые. Зимние трещины заливает каким-то клеем, смолой такой жидкой-жидкой, насыпает этот щебень. Это прям сравнимо с катком. Не очень приятная тема. Ой, ой, массаж пошел, массаж. Достопримечательности смотреть, кофе попить. В принципе, местность крутая,
да, вот специально выезжаем за 100-150 от дома в сторону гор, в сторону вот этого леса, потому что здесь реально круто, да, у нас это эти равнины, там чуть выше на север едешь, как вот в сторону Бремена, Берлина, там равнины уже неинтересно. Главное, чтобы линза на камере не была залеплена. Я, кстати, вот не знаю, уже пару раз уже говорил, переживаю, но куда деваться? Если ты едешь, вон, бабушка на Мерси, поворотник у тебя не работает, да? Так. Да, вот, кстати, рылик и геймазык. Здесь вот пилили когда-то дерево. Сейчас еще тоже пилят, но это уже старое здание. Да, здесь мы последний раз были с человеком, который на BMW, на гусе. Но это было уже, да, в начале сезона еще. Я так больше говорю, в начале сезона, хотя для меня сезон теперь годовалый. То есть у меня такого нет, как я себя не ущемляю. У меня страховка на весь год там вот не дешевая, но есть. И если даже будет в декабре 20+, я могу выкатывать Кавасаки на улицу и вперед. А раньше как раз таки ездил 8 лет с 1 апреля по 30 октября, 31. Было ровно полгода у меня была страховка. Я имел только эти полгода право ездить на мотоцикле. Прямо на номере у тебя, на дорожном знаке у тебя прям выбито 04-4-10 с апреля по октябрь. Это сразу бы, чтобы видно было, да? То есть, это не так, что ты страховку купил, не купил, здесь уже номер уже сделал. А потом, если тебе надо годовалый, надо будет идти опять идти. По-русски, наверное, ГАИ называется это, да. Госавтоинспекция, блин. О, что-то уже неприятно. Надо будет идти туда и заново заказывать номер страховщику. Вот. Ну, здесь, короче, эта тема такая трудная. Я как посмотрю в России, Белоруссии, там, в Латвии, вон, чуваки пошли, там, страховку купили, не купили, да, как-то покупают, интересно. Говорю, у нас в этом плане здесь чуть-чуть больше бюрократии. Ну, всегда, как говорили, Германия, бюрократия там еще та, короче, ну, о, красненький. О, свежий воздух. Блин, все время ехал с визиром закрытым, темно. Сейчас прямо вот что-то. О, четко. Че тут? Я заправку не знаю, я с отцовкой. Да? Так. Чурки. Да. Ну, здесь прям деревка такая маленькая, такая деревка. Когда вот такие байки два встречаются, прям они ж такие смотрят на тебя, смотрят. Что, налево? Да, прямо кирпич. Прямо нам нельзя. Прямо кирпич. Ой, какое кольцо красивое. И никого. Ну, прям, как в сказке. А, Нива. Нива. Кстати, очень-очень-очень ценится среди местных колхозников Нива. Именно колхозников, которые держат там скот, огород, у них есть свой двор там. О, полностью, пожалуйста, полноприводной автомобиль. Русский. У них называется это Лада Нива 4x4, но это везде так. Иногда есть модели Тайга, вообще в камуфляже. 35 лет неменяемый дизайн. Дизайн. Нет, тачка, конечно, вон, видно сразу, что он на поле сегодня уже был. Она уже грязная. Она всегда у них грязная. Единственное, ее здесь надо Ниву купить. С такой сырости здесь гниет она. Прям аж. Она стоит на парковке, прям и скрежет от того, что ржавеет. Ее здесь покупают. Антикоррозия там обрабатывается всеми делами, короче, там все это самое делают так, чтобы она прожила здесь не 2 года, а хотя бы лет 10. Потому что я видел, на разборках стояли кузова от Нивы, которым было 5 лет от рождения. И они уже прям скрежетали так, что ух, такие дырки были. Ну, здесь тоже шикарно, кстати, деревушка такая.
аккуратненько, маленько. Все красиво, так чистенько, дорога классная. Прям никто... О, велосипедисты, смотрите на дорогу. Ну, вас баню. Брелон 24 километра. В общей сложности уже 140 проехали. А да, он уже на знаке уже стоит, Димль, Талишпер, этот, как раз Димльзе, озеро такое, прям, ох. Там есть пару байкерских кафешек, и четко прям собираются, и реально прикольно. Прикольно было, когда корона началась, 2 месяца там все было, глушняк. Обидно было, конечно, они, ух ты, ничего себе телега, ё-моё. Вот эта тачка с звездой советской красной. Это прикол. Такой не каждый день увидишь. Так. Старый S-класса Mercedes, как в бригаде. Они еще до сих пор здесь ездят. И некоторые модели можно прям встретить в очень даже неплохом состоянии. Они одно время упали в цене. Лет 5 назад можно было за 5 штук евро купить S-класса 19-летний, 20-летний. Сейчас 20-летний, который после этого модели пошел, этому уже будет 30. А тому, которому сейчас будет 20, они сгнили почти что, да, их осталось прям мало в хорошем состоянии. Ну то есть, что-то Mercedes там они парафинились из-за ржавчины. Прям качество, ну никакого. А вот эти, которым 30 лет, еще более или менее смотрят время от времени за кроссы, чтобы у тебя ржавчина не шла. Че тучки такие странные, а? Блин, хоть бы в дождь не попали. Не хочу дождь. Не хочу быть мокрым. Сюда заедешь? Нет. Да, заедь сюда. Давай сюда. О. Ну, все маски одевают. Ну, у меня половина еще есть. Да? У тебя вообще нету? Я вообще, у меня ничего не показывает. А, уже все? Уже минусы? Мне про 20 так не показывает. Ну да. Да-да-да. Не, без проблем, заправляйся, если еще потом. Да, ну я вот туда поеду, наверное, к этому. Да? Прикольная машинка. Так-с. Батарейка еще живая, ты что смотри?